Коллеги, добрый день. Мы с вами начинаем нашу очередную встречу, посвященную теории графов. Но сейчас традиционно я дам какое-то время, там минуты 2-3-5, для того, чтобы наши собрались. А после этого мы с вами займемся делом. Акс-икс-юку, здравствуйте. Никита Галкин, добрый день. Собираемся, да, потихонечку. Я надеюсь, что, может быть, за это время немножко отстроится баланс белого в моей камере, потому что, конечно, чем сильнее сумерки во время работы, тем тяжелее с освещением. Ну вот еще буквально минутку мы с вами подождем и начнем. Тем более, что сегодня у нас довольно большой объем работы предполагается. НЛП-135, здравствуйте. Так, ну хорошо, хорошо. Давайте потихонечку начинать. Значит, прежде всего, да, коллеги, я обычно в этом месте начинаю с вопроса про качество звука и картинки. Достаточно ли хорошо вам меня видно и слышно? В принципе, я могу зажечь верхний свет, но конкретно сейчас я не знаю, будет ли от этого лучше, потому что пока еще за окном относительно светло. Так что, как скажете, вот сейчас я только что зажгла верхний свет. Стало лучше видно или до того, как я зажгла, было лучше? Сейчас нормально. Спасибо, Никита. Так, хорошо. Значит, и второй момент. Обычно я начинаю нашу встречу с вопроса о том, появились ли какие-нибудь вопросы. Значит, сегодня я бы хотела... Ага, Макс Икс-Юку, спасибо. Ну, тогда пусть свет горит, потому что в процессе нашей встречи за окном, скорее всего, станет темнее, чтобы мне потом не бегать. Значит, второй момент заключается в том, что мы с вами в прошлый раз обсуждали алгоритм Форда Фукерсона. Ну, и на мой вкус мы его обсудили неудовлетворительно. Это моя вина. Дело в том, что я увлеклась обсуждением с вами того, в каком смысле циклы и разрезы оказываются двойственными объектами, и мы на это потратили больше времени, чем нужно было бы. Соответственно, сам по себе разговор про алгоритм Форда-Фукерсона оказался, на мой взгляд, скомканным. Поэтому у меня к вам предложение. Давайте мы сейчас еще раз пройдемся по алгоритму. Поскольку вы уже имеете о нем некоторое представление, то это должно пойти проще, чем в прошлый раз, когда вы были придавлены теоретической частью. Но вот, тем не менее, я так в целом чувствую себя обязанным еще раз пройтись по этому алгоритму. Согласуется ли это с вашими пожеланиями? Дай твое добро, здравствуйте. Ничего страшного. Сегодня у нас медленное вступление. Мы ждали тех, кто задержался, настраивали звук, картинку, освещение. Ну, в общем, все вот такое. Да, вот Макс Икс Яку пишет «да». Значит, ну, ФВ Добро, давайте я для вас и тех, кто задержался вместе с вами, повторю. Значит, в прошлый раз, да, я перед вами несколько виновата, потому что я увлеклась теоретической частью, а именно обсуждением того, в каком смысле главные циклы и разрезы оказываются двойственными объектами. И за счет этого разговор уже о более практических вещах и самом алгоритме Форда-Фукерсона, он вот оказался несколько скомканным, несколько менее четким, чем должен был бы быть. Поэтому я сейчас хочу потратить еще немножко времени на этот вопрос, на алгоритм Форда-Фукерсона. Значит, ну, должно быть полегче, потому что общее представление вы уже получили. Значит, но тем не менее, тем не менее. Итак, значит, прежде всего у нас с вами есть объект, который мы договорились называть
посмотрите, пожалуйста, что у нас там происходит. Такое впечатление, что творится что-то неочевидное и несколько странное. Итак, у нас с вами есть объект, который мы договорились называть сетью. Сеть – это был у нас ориентированный граф, в котором, во-первых, было выделено две вершины. Вершина S от слова «старт» обычно в русскоязычной литературе она обозначает словом «исток». И вершина F – конечная вершина. В русскоязычной литературе я встречала слово «сток» и несколько раз встречала слово «устье». Соответственно, предполагается, что исток – это начальная вершина, сток – конечная. А кроме этого, каждому ребру приписана константа. Любому, значит, ребру поставлено в соответствие. Число я обозначала его кси с индексом Е. Мы с вами договорились, что поскольку мы обсуждаем алгоритм Форда Фулкерсонов в классическом варианте, без всяких дополнительных вариаций, которые делают из него алгоритм Эдмонса Карпа или алгоритм Диннеса, который сходится для любых вещественных весов, вот чтобы избежать в этом месте проблем, я добавляю ограничение, чтобы эти числа были натуральны, но нулевой вес также допускается. Значит, для таких весов алгоритм Форда-Фулкерсона работает хорошо, в том смысле, что он сходится. К сожалению говоря, работает хорошо, я имею в виду именно то, что он сходится, а не то, что он сходится быстро. Вообще-то алгоритм Форда-Фулкерсона может работать долго. Но вот сегодня мы с вами на самом деле, помимо вот алгоритма Форда-Фулкерсона, посмотрим еще на алгоритм Брона-Кирбоша, который решает задачу о клике. И вот там будет прямо очень хорошо видно, что алгоритм с простым описанием работает долго, а алгоритм, который работает быстрее, ну, опять-таки, я там даже напишу какие-то оценки на скорость, алгоритм, который работает быстрее, он часто выглядит гораздо более громоздким. Ну, вот здесь это тоже отчасти видно. Итак, сеть – это ОР-граф с двумя выделенными вершинами и набором констант, набором весов, развешенных по ребрам. Эти веса, ксиеты, я называла пропускными способностями. Эти веса я называла, ну и, собственно, буду называть в дальнейшем пропускными способностями. Смысл такой, что соответствующая конструкция... О, коллеги, я прошу прощения. Пришлось на минуточку отвлечься, телефон зазвонил. Пропускные способности, имея в виду, что вот эта модель может считаться моделью, ну, например, движения, скажем, жидкости в какой-то системе труб или движения автомобилей по дорожной сети. Ну, в этом месте понятно, что говоря о пропускной способности, имеется в виду пропускная способность удельная, да, скажем, объем жидкости, проходящий через сечение трубы в единицу времени, или количество автомобилей, проходящее через вот конкретный срез дороги, тоже в единицу времени. Так, коллеги, сейчас мне придется дверь закрыть, потому что шумно. Так, да, значит, вот это мы с вами называли сетью. Кроме этого, мы с вами ввели понятие потока. Поток – это тоже была функция на ребрах. С этой функцией было следующее. Значит, на нее были ограничения такого вида. Во-первых, значение функции потока на ребре не превышает пропускной способности.
понятно, что если я хочу пустить автомобили по дороге, я могу пустить туда не больше, чем туда, в принципе, пролезает. Меньше пустить могу. Второе ограничение заключалось в следующем. Если у нас есть непрерывная последовательность ребер, если у нас есть путь Е и 1 и так далее, Е и К, путь, то тогда на каждом ребре из пути мы можем пустить не больше, чем через самое узкое место. Если есть несколько ребер подряд, то через каждый из них мы можем пустить не больше, чем мы можем пустить через самое узкое место. И в свою очередь, соответственно, мы можем пустить не больше, чем пропускная способность через самое узкое место. Это тоже очень понятное требование. Ну вот те из вас, кто, неважно, водит автомобиль или ездил на нем в качестве пассажира, много раз видели, где чаще всего образуются пробки, которые не результат, ну, скажем, аварии, да, или еще чего-то такого. Один из самых частых вариантов – это когда была дорога, ну, скажем, с тремя полосами, которую вдруг нужно ужать до одной. Вот это то самое место, то самое бутылочное горлышко, которое получается из-за попыток запихнуть в последовательность ребер больше, чем влезает в самую узкую часть. Соответственно, это ограничение вот такое. Ну и третье ограничение – это редкий довольно случай ограничение не на поведение в ребрах, а на поведение на вершинах. Для произвольной вершины, за исключением истока, сумма входящих потоков должна совпадать с суммой исходящих потоков. Это вот вы в прошлый раз удачно и правильно вспомнили, очень похоже на первый закон Киркхофа, но, собственно, это он и есть. Может быть, вы встречали его и в других местах, вообще-то это довольно общая конструкция, которая называется уравнение неразрывности. Ну вот, если вы такой термин встречали, это равенство тоже должно быть вам знакомо. Итак, поток – это такая функция на сети. Условно говоря, набор пропускных способностей – это сколько в принципе можно пустить через каждое ребро, а поток – это функция на сети в целом. Да, вот у меня, я не знаю, три подряд дороги, через одну пролезает 20, через другую 7, через третью 11, ну, значит, максимум по этой последовательности можно пустить 7, чего я там пускаю. И алгоритм Форда-Фукерсона решает задачу, которая формулируется так. Вот у нас есть сложная, ну, относительно, конечно, сложная дорожная сеть. Имеется в виду достаточно сложная, чтобы результат не был очевиден при первом же взгляде. Каков максимальный поток, который можно через эту дорожную сеть пустить? Каков максимальный поток, который можно пустить через нашу дорожную сеть? Важная оговорка еще раз, да? Пропускные способности – это атрибут сети. А вот поток мы будем исследовать. И наша с вами задача – найти максимально возможный поток. Так, коллеги, я делаю, как всегда, небольшую паузу. Это то, что я говорила в прошлый раз. Но за счет, да, дефицита времени, который я сама неудачно создала, возможно, это прозвучало достаточно скомканно. Скажите, пожалуйста, понятно ли вот это или есть какие-то вопросы? Вот на уровне определений и постановки задачи. Макс Икс Яку, спасибо. ТРРВДР, спасибо большое.
Хорошо. Значит, итак, задача о максимальном потоке сети. Сейчас мы с вами сформулируем теорему Форда-Фулкерсона. Теорема Форда-Фулкерсона звучит так. Значит, пусть у нас есть сеть, соответственно, исток S, сток F и набор пропускных способностей. Тогда величина максимального потока будет равна минимум пропускным способностям разрезов. Вот здесь я слово «разрез» поставлю в кавычки, через некоторое время будет понятно почему. Разрезов, разделяющих вершины S и F. То есть величина максимального потока совпадает с минимальной пропускной способностью разреза, разделяющего S и F. Разрез, вы помните, это такой набор ребер, ударение которого приводит к тому, что граф распадается на части. Именно, да, причем мы с вами договорились в прошлый раз, что мы рассматриваем не просто разрезы, а минимальные разрезы, имея в виду, что никакое подмножество ребер разреза разрезом не является. Ровно поэтому я взяла здесь слово «разрез» в кавычки. Дело в том, что на самом деле то, что гарантирует алгоритм Форда-Фулкерсона, это не совсем разрез. Это такой набор ребер, ударение которых приводит к тому, что путей из S в F больше нет. Да? Соответственно, нам с вами на самом деле нужен не разрез в классическом понимании, а так называемое разделяющее множество для пары S и F. Вот это очень важно отметить. Да? Разделяющее множество S и F. Локально, да, это такой набор ребер, ударение которых приведет к тому, что из S в F пути больше не останется. Ну и, соответственно, из всех таких множеств, а их может быть не один, мы будем выбирать самое маленькое с точки зрения количества, с точки зрения суммарной пропускной способности. Естественным образом, этот разрез вот, минимальный, который мы ищем, он тоже может быть не один. Ну вот, здесь имеются, да, терминологические проблемы, причем целых две. Первую мы с вами только что описали. То, что разрез в утверждении теоремы, это на самом деле не совсем разрез. А второе, то, что мы с вами, говоря здесь о минимальном разрезе, имеем в виду две разные вещи. Именно поэтому, может быть, вы обратили внимание, я все время как магнитофон говорю, минимальный в смысле там пропускных способностей. Потому что на прошлой встрече мы говорили, что минимальный разрез – это разрез, у которого никакое подмножество не разрез. Ну, соответственно, сейчас мы имеем в виду именно сумму пропускных способностей. Не минимальные в первом смысле разреза мы вообще не рассматриваем. Вот, соответственно, теорема Форда-Фулкерсона – это та теоретическая основа, на которой базируется алгоритм Форда-Фулкерсона. Алгоритм мы с вами сейчас подробно проговорим. Ну и станет понятно, каким образом, почему на самом деле, ища максимальный поток, мы активно пользуемся вот этим равенством. Значит, давайте я сейчас воспроизведу на доске пример, поскольку в прошлый раз мы там вот в конце тоже был пример, я еще как-то неудачно стерла его кусок. Короче говоря, я не поленилась.
просмотрела и воспроизвела тот пример, который у нас был, мы сейчас на него же смотреть и будем. Где-то он у меня был. Найти его только где. А, вот, нашла. Нашла. Значит, здесь будет алгоритм, а здесь будет пример. Значит, я постараюсь рисовать покрупнее. В прошлый раз с этим у нас тоже были связаны некоторые проблемы. Множество вершин. СА, СБ, СС, АД, ага, забыла, видишь, ребро БД, а оно должно было быть БД, БЕ, СЕ, ДФ, ЕФ. Так, и теперь, собственно, пропускные способности, те самые ксиеты, которые указывают, какой максимум я могу просунуть в соответствующее ребро. Сейчас, коллеги, мне снова потребуется ваша помощь. Я по-прежнему лелею надежду использовать для записи цветные маркеры. Как выяснилось, когда мы работаем в сумерках, все, что я пишу, каким бы цветом я это ни писала, все равно будет черным. Но вот сейчас еще относительно светло, соответственно, скажите, пожалуйста, вот я сейчас написала первые три леса красным. Их видно? Видно ли, что они красные? Видно цвет. Ага, спасибо большое. Ну тогда, значит, будем пользоваться тем, что солнце еще высоко. Так, здесь тройка, здесь девятка, здесь семерка, здесь еще одна двойка, здесь шестерка. Здесь 5, здесь 3, и кажется, все. Проверьте, пожалуйста, что я ничего не потеряла, что у нас с вами везде, ага, НВП-135, это вы добро, спасибо, что я ничего не потеряла, что у меня на каждом ребре есть вес. Очень распространенная такая, если угодно, графическая ошибка при расстановке весов, что-нибудь просто потерять. Ребра БЦ нет, ребра БЦ не было. Ребра БЦ не было. Ребра БЦ не было. Значит, теперь, собственно, алгоритм. Значит, на момент... Ой-ой-ой. Так, Никита, у вас, видимо, вы забыли переключить раскладку. Значит, хотите добавить? Значит, коллеги, на самом деле добавить еще одно ребро совершенно не проблема. Это... ничего не противоречит. Единственное, что, да, это значит, что пример, который мы сейчас разберем, будет несколько отличаться от того, который был. Но в этом, естественно, нет никакой катастрофы. Я, собственно, хотела использовать тот же самый, исключительно, потому, что в прошлый раз это было недостаточно понятно. Вот, но хотите добавим? Хотите?
Да, Макс, насчет того, что меньше рисовать, вы совершенно правы. Картинка довольно сильно загромождается. С этим сделать ничего невозможно. Ну вот я сейчас постараюсь обеспечить вам максимальную разборчивость, но в этом смысле, что, слушайте, коллеги, у меня такое ощущение, что у меня баланс белого сегодня гуляет еще больше, чем всегда. Видимо, кто-то с включенными фарами проезжает, и нам достается вспышка света. Ладно, попробуем, это пережить. Итак, значит, на момент начала работы алгоритма ситуация очень простая. Для каждого ребра мы считаем поток равным нулю. Обратите внимание, естественно, это означает, что все требования к потоку выполнены. Естественно, на каждом ребре и на каждом пути у нас не больше, чем можно туда пустить. И уравнение неразрывности, условия неразрывности тоже выполнены. Дальше происходит шаг. Шаг устроен следующим образом. Мы с вами находим какой-то путь из истока в сток. Обратите внимание, коллеги, прям любой, да, в классическом варианте алгоритма Форда-Фокерсона на путь ограничений нет. В тех альтернативах, ну, вернее, в тех вариациях, которые я упоминала, что в алгоритме Эдмонса-Карпа, что в алгоритме Диница, путь уже не любой. Есть дополнительные ограничения. Здесь вот их нет. А дальше мы делаем следующее. Во-первых, мы присваиваем каждому ребру на пути значение потока, соответствующее минимальной пропускной способности ребер на потоке. Значит, первое требование в ограничении потока будет выполнено, и второе тоже. А кроме того, у нас вытекать и втекать в каждую вершину, кроме истока и стока, будет одно и то же количество. То есть уравнение неразрывности тоже выполнено. Итак, во-первых, мы будем менять потоки. А во-вторых, и вот это, наверное, самое сложное, это то, что в прошлый раз можно считать вообще не прозвучало. А во-вторых, вот сейчас я перерисую тоже пример чуть крупнее. Вот у нас с вами было 7, 3 и 6. Вспомните, пожалуйста, поиск в глубину. Помните, мы там падали по цепочке вниз, пока есть возможность, а когда упирались в тупик, возвращались назад. Ну, на один шаг локально. Примерно то же самое хочется иметь возможность сделать и здесь. Если мы пошли по пути, и вдруг, кроме этого пути, есть что-то еще, хочется иметь возможность отойти назад. Как это сделать? А сделать это следующим образом. Для каждого ребра из пути мы заведем ребро, ведущее в обратную сторону. Для каждого ребра из пути мы заведем ребро, ведущее в обратную сторону. На эти ребра, ведущие в обратную сторону, мы поставим пропускную способность, равную тому потоку, который мы пустили туда.
же не можем взять с потолка вот эти три. Мы же их забрали отсюда. Ну вот их и вычтем. Соответственно, 7 минус 3 это 4, 3 минус 3 это 0, и 6 минус 3 это 3. Если рисовать соответствующую конструкцию в общем виде, то получится V1, V2. Здесь было кси ета. Мы вычли из кси ета F от Е, а на ребро в обратную сторону повесили то самое число F от Е, которое вычли. То есть сумма вот по такому контуру у нас сохранилась. Вот это, пожалуй, самый сложный момент, и в прошлый раз можно считать, что он вообще не прозвучал, поэтому сейчас я так прошу вас уделить ему отдельное внимание. Итак, шар алгоритма Форда-Фулкерсона устроен следующим образом. Мы с вами выбираем какой-то путь из S в F, приписываем этому пути, ребрам, включенным в этот путь, значение потока, равные минимальной пропускной способности на этом пути, после чего у нас меняются веса этих ребер, из них просто вычитаются те значения, которые мы приписали. А кроме того, каждому ребру пути сопоставляется ребро, ведущее в обратную сторону, на которое мы вешаем столько, такую пропускную способность, которую, вернее, такое значение потока, которое забрали. Маленькая пауза, коллеги, понятно ли, как выглядит шаг алгоритма? Понятно ли, как выглядит шаг алгоритма? Тогда осталось обсудить, собственно, вопрос, когда алгоритм завершает работу и где, собственно, ответ. Значит, для того, чтобы это сделать, мне придется стереть вот эту часть. Видите, я постаралась сделать картинку большой, но в качестве побочного эффекта на, собственно, сам алгоритм осталось мало места. Значит, могу я стереть вот эту вот часть, там, где описано нулевое состояние и шаг алгоритма. Кого-нибудь, кроме Макса. Значит, особенно, как вы понимаете, меня интересует, чтобы кто-нибудь из моих родных студентов отозвался. О, РРВД, спасибо. Так, в таком случае осталось совсем немного. Алгоритм остановится, когда пути из СВ больше не будет. Максимальный поток, а точнее величина максимального потока, это сумма потоков, по всем построенным в процессе путям. Да, вот каждый раз, когда мы строим путь, ему соответствует какой-то поток, вот сумма вот этих вот потоков по путям, это и будет максимальный поток. Теперь, где там прячется минимальный разрез? Минимальный разрез прячется вот где. Собственно, ребра с весом 0 называются насыщенными ребрами. Это очень понятный термин. Понятно, что если мы пускали, пускали, пускали поток, и остался ноль, это значит, что больше туда не запихнешь. А теперь
смотрите, вот эти самые ребра веса 0, насыщенные ребра, понятно, что если убрать их все, то получится как раз разделяющее множество SF. Но вообще-то все убирать не обязательно. Вот этим самым разрезом, в кавычках, будет какое-то подмножество, множество насыщенных ребер. Вот этим вот самым разрезом, который я заключила в кавычки, потому что это не совсем разрез, будет какое-то подмножество, множество насыщенных ребер. И вот это подмножество уже нужно будет определять из соображений минимума суммарных пропускных способностей. И здесь, наверное, становится понятно, где мы эту теорему вообще используем. Мы же с вами, когда пускаем по пути поток, мы на самом деле в первую очередь обеспечиваем себе набор насыщенных ребер. Ну а после того, как все пути перекрыты, уже можно считать, и сколько ж мы в итоге смогли, я не знаю, накачать воды в систему. Ну, вот такая примерная история. Сейчас будем рассматривать пример. Прежде чем мы начали его рассматривать, по формулировке, по описанию, есть ли какие-то вопросы? Поскольку в прошлый раз я, ну, на самом деле, меньше времени этому уделила, чем хотелось бы, то меня беспокоило, что эти вещи прозвучили недостаточно четко. Но если на самом деле достаточно, то значит все не так обидно, как я думала. Ну и вы, конечно, тоже молодцы, что потратили на это силы, время и прочее. Прекрасно. Давайте тогда разбирать пример. Значит, я хочу заготовить себе табличечку, ну, собственно, ту же самую, которую мы в прошлый раз заготавливали. Таблицу, в которой мы будем записывать путь, который мы построим, ну и, соответственно, поток, который мы через этот путь запустим. Значит, причем я, опять-таки, я хочу сделать... Значит, вот он, относительно витиеватый, да, я не пошла по верхней цепи, хотя могла. И мы с вами в прошлый раз обсуждали, какой поток, какой мощности струю можно направить по этому пути. В прошлый раз, да, я это уже спрашивала, но на всякий случай. S, A, B, E, сколько можно туда пустить? Да, Макс, Икс, Яку, вы, как всегда, впереди планеты всей. Значит, уважаемые коллеги, пожалуйста, да, вот тоже отзовитесь еще кто-нибудь. Просто, да, Макс, вы настолько быстро реагируете, что я очень опасаюсь, что остальные за вами просто не успевают. Это ни в коем случае не упрек вам, но мое беспокойство за всех остальных. Соответственно, мне бы очень хотелось попросить отозваться вместе с вами еще кого-нибудь. Коллеги, кто-нибудь, кроме Макса, подайте, пожалуйста. Да, трудно сказать, подайте голос, подайте букву, будьте добры. Ну, вернее, в данном случае, скорее, число. Так, МВП 135. Вы тоже видите, да, что поток по S, A, B, E, F, вернее, мощность потока будет тройкой, да? Угу. Отлично, отлично. Так, ну, коллеги, я понимаю, да, что в этом месте, наверное, довольно тоскливо,
ждать отзывов на простые вопросы. Но вы-то знаете, что вы поняли, а я-то не знаю. Мой единственный шанс понять, что вы меня поняли и услышали, это вот прочитать буковки в чате. Если бы вы сидели со мной в аудитории, то я бы очень многое видела там по мимике, пластике, выражению лиц, вот это все. Сейчас этого канала связи я лишена. Вы-то меня видите, ну а я вижу от вас только признаки в чате. Поэтому, пожалуйста, не забывайте в этом месте, что мне очень нужна ваша обратная связь. Чудно. Итак, значит, мы с вами пускаем по пути SABE в поток с мощностью 3. Что происходит с весами? Вот сейчас я все это честно напишу. Первое ребро SA. Вот появляется обратное к нему. По ребру AS я пускаю ту самую тройку, которая здесь была. А из пропускной способности SA я должна вычесть вот это число. Вот он 0. Ровно то же самое произойдет с ребром AB. Сюда пустила 3, вычитаю, остается 0. На ребре BE я пустила тройку, 6 минус 3, 3 осталось. И, наконец, на ребре F, ух, какой хороший поток мы выбрали, FE появилась обратная, тройка потекла в обратную сторону, 3 минус 3, 0, осталось. Вот наша с вами первая итерация, первый шаг алгоритма Форда-Фулкерсона. Я снова взываю к вам. Везде ли понятно, откуда появились именно такие веса? Макс, спасибо. Очень хорошо. Так, следующий путь. Ну, давайте СБДФ. Давайте СБДФ. Сколько можно пустить по нему? Никита, спасибо. Совершенно правы. Минимум, ну, в данном случае это достигается ТРВДР, МВП 135. Великолепно. Минимум достигается аж на двух ребрах, СББД. Работаем с весами. Значит, БС двойка. Вычли двойку, остался 0. БД обратное ребро ДБ. Вычли двойку, 0 остался. И ДФ появилось обратное ребро ФД с весом 2. И в семё... здесь осталось 5 вместо 7. Вот это довольно просто. А теперь то, чего не было в прошлый раз. И в каком-то смысле то, ради чего я подняла такие... Ну, хорошо, второе то, ради чего я подняла этот пример. Первое, это, да, значит, сделать более четким то, что, как мне показалось, плохо прозвучало в предыдущий раз. А второе вот что. Посмотрите, пожалуйста, на той картинке, которая есть сейчас. Выйти из вершины S я теперь могу только в C. И ребра SA, и ребра SB насыщены, по ним мне не пройти. Я могу пойти из S в C. Из C вариантов нет. Я могу пойти только в E. А теперь посмотрите. Из E в F мне нельзя. Здесь насыщенное ребро. Но я могу пойти из E в B. Из B я могу пойти, ну, осмысленно пойти только в A. Ну, а дальше D и F. Вот у нас впервые за разбор этого примера появился путь, в котором нельзя не использовать зеленые ребра. Путь получился S, C, E, B, A, D, F. S, C, E, B, A, D, F. Вопрос тривиальный, но я его все-таки задам. Какой мощности поток можно по этому пути пустить? МВП 135, и, к сожалению, вы не правы. Во, а теперь правы. Да, и Никита Галкин с вами согласен и тоже прав. Действительно, посмотрите, пожалуйста, вот эти два ребра, ЕБ и БА, это ребра, которые имеют вес 3. Замечательно. Троечка. Давайте теперь посмотрим, как это работает.
основной шаг алгоритма Форта-Фукерсона на полученном пути. СС появляется обратное ребро СС. 6 минус 3, 3, тройка обратно. СЕ, тройку пускаем обратно. 5 минус 3, здесь 2. ЕБ. Посмотрите, пожалуйста, для ЕБ обратным будет ребро БЕ. Оно уже есть, поэтому рисовать его второй раз я не буду. Но с мощностями сделаю то, что нужно. Отсюда тройку нужно вычесть, а сюда тройку нужно прибавить. Смотрите, снова шестерка. Очень похожая ситуация здесь. Обратное ребро уже существует, второй раз его не нужно рисовать, но отработать с мощностями мы обязаны. Ну и так, давайте-ка я эту тройку нарисую не здесь, а где-нибудь вот здесь, чтобы не спутать. Ну, дальше все просто, потому что ребро АД мы раньше не использовали. Появилось ребро ДА весом 3, а 9 минус 3 – это 6. И, наконец, ребро ДФ. Из 5 мы вычли 3, осталось 2. Ну, а сюда, наоборот, 3 прибавили, соответственно, осталось 5. Да? В некоторых описаниях реализации можно встретить рисование обратных ребер несколько раз. Понятно, что смысл от этого не меняется, поэтому я предпочитаю обратное ребро рисовать только один раз, ну и складывать соответствующие веса. Прекрасно. Коллеги, понятно ли, что произошло на этом шаге? Особенно с весами. Произошло то же самое, что происходило все предыдущие разы. Единственная разница, теперь наш путь несколько раз прошел по ребрам, ориентированным в противоположную сторону, по зеленым ребрам. Соответственно, где-то вычитание на предыдущем шаге и прибавление на текущем взаимно скомпенсировались. Так, Макс, вас я почему-то не сомневалась. Коллеги, ожидаю. Да, каких-нибудь откликов еще от кого-то. Вот, Макс, вы очень меня вдохновляете. Так, ТРРВДР, спасибо большое, шикарно. Ну, осталось на самом деле немного. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы с вами исчерпали пути из СВ. Это довольно очевидно. Посмотрите, выйти из С мы можем только по ребру СС. Ребра СА и СБ уже насыщены. Из С мы, конечно, можем вернуться обратно, но это ничего не применяет. Из С мы можем пойти только в Е по тем же соображениям, а из Е нам больше не выйти. Посмотрите, теперь ребро ЕБ имеет нулевой вес, оно насыщено, и ребро ЕФ тоже насыщено. То есть все пути из СВ благополучно закончены. Стало быть, мы нашли величину максимального потока. Величина максимального потока – это сумма мощностей потоков, которые мы построили в процессе работы алгоритма. Ну, в данном случае она равна 8. Осталось найти отделяющее множество. Вот это место, которое было уже в самом конце, помните, там, где я попыталась нарисовать эту картинку, в итоге стерла кусок графа, ну и не стала его восстанавливать, потому что у меня дефицит времени после вашей пары. Сейчас надо бы это все-таки сделать. Значит, наш с вами максимальный поток – это подмножество-множество насыщенных ребер. Давайте смотреть. У нас с вами сейчас насыщенных ребер, чтоб не соврать, СА, СБ, кто еще? БД и ЕФ. Вот у нас в исходном графе 4 насыщенных ребра. Соответственно, отделяющим множеством С и F будут какое-то подмножество из них. Причем мы с вами помним, нам нужно еще и минимальное подмножество. Давайте смотреть.
какие ребра я обязана поместить в этот разрез? Да, вы помните, что разрез у нас в кавычках. Ребро EF я запустить туда обязана. Если его не будет, то вот этот путь SCEF ничто не перекроет. Соответственно, ребро EF в наше разделяющее множество обязательно войдет. Ровно то же самое произойдет с ребром SA. Если я его не включу в разделяющее множество, то путь SADF ничто не перекроет. Осталось два ребра, SB и BD. Понятно, что если добавить оба, этого хватит, а вдруг можно ограничиться одним? Ну, конечно, можно. Причем на самом деле можно ограничиться любым. Но давайте, например, я добавлю ребро SB. Тогда, собственно, мы с вами окажемся в той самой ситуации, в которой уже были, когда строили последний вариант пути. Можно будет пойти из S только в C, из C только в E, а из E выйти некуда. Соответственно, у нас получится разрез, состоящий из трех ребер. SA, SB и EF. Соответственно, сумма их пропускных способностей, естественным образом, 8. Тройка для SA, тройка для EF и двойка для SB. С другой стороны, с тем же успехом я могла добавить в разрез в качестве третьего ребра не SB, а BD. Результат был бы такой же. Да? Здесь путь обрывается, здесь я могла бы выйти в SB. Но тогда это ребро было бы выкинуто. Можно было бы свалиться сюда, но здесь тоже не пройти. Соответственно, мы с вами это обсуждали, вот на этом примере видно. Минимальный с точки зрения суммарных пропускных способностей разрез тоже неоднозначно определен. Вот мощность его определена однозначно, а сам разрез совершенно не обязательно. Ну вот такая история с алгоритмом Форда-Фукерсона. Вот, и обратите, пожалуйста, внимание, что вот это вот отделяющее множество для вершин S и F, оно с точки зрения слабой связанности разрезом-то не является. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что компонента слабой связанности-то осталась одна. А вот путей из S в F больше нет. Именно поэтому, да, я так активно обращаю ваше внимание на то, что мы здесь говорим о разрезе, имея в виду отделяющее множество, и я даже беру, вот видите, слово в разрез здесь в кавычки. Ну, потому что все чуть-чуть тоньше. Да? Не то чтобы сложнее, а тоньше. Кстати, важная еще одна в этом смысле идея. Ну, мои родные студенты с ней хорошо знакомы, но для гостей я на всякий случай повторю. Дело в том, что понятно, что очень велик соблазн посмотреть, а что еще по этому поводу пишут. Ну и вот мы с коллегами не поленились и перерыли примерно первые три страницы Гугла по этому поводу. И количество мест, где соответствующее описание некорректно, больше половины. Соответственно, больше половины ошибок в тех местах, где ошибки есть, это вот как раз умелый подбор примеров, на которых срабатывает описанный вариант, но три четверти из них ломаются на примере типа вот такого. Вот, ну и оставшаяся четверть – это неправильное понимание терминов. Прекрасно. Так, ну что ж, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы по алгоритму Форда-Фукерсона? Ага, ТРРБДР, спасибо большое. Так, ну, в Максе я не сомневаюсь. Вот, хотя мне, безусловно, приятно было бы увидеть, что он, как всегда, в полном порядке. Да, спасибо, Макс. Значит, коллеги, в качестве части домашнего задания, уже ближе к концу пары, так, НВП-135 спрашивает, мы получили
получается, можем второй раз проскакать после третьей итерации. Я не очень поняла, к сожалению, в каком смысле проскакать. Так, Никита, спасибо. Прибейте, пожалуйста, тех, кто мусорит в чате. Спасибо. Значит, коллеги, да, если кто-нибудь объяснит DoxyBox, что у нас с вами язык трансляции русский, не потому что мы не можем говорить на английском языке, а потому что это официальный язык, на котором ведется обучение в нашем вузе. Это сэкономит наше время. Так, значит, NVP-135. Поясните, пожалуйста, что значит проскакать? Откуда, куда мы будем скакать? Из СВ? Нет. Да, да, смотрите, NVP-135. Пройти по конкретному ребру, да, но конкретное ребро в отрыве от путей из истока в сток нам с вами умеренно интересно. Ну, вернее, совсем не интересно. Но чисто формально, да, одно и то же ребро может использоваться несколько раз. Но вот конкретно здесь такой картины, такого варианта не было. Но, в принципе, там не очень сложно нарисовать какую-нибудь картинку типа вот такой, когда по одному и тому же ребро придется проходить несколько раз. Так что да, да, одно и то же ребро может использоваться больше одного раза. Макс, в какой момент... Да, вот я думаю, что я правильно поняла вопрос NVP-135. Сейчас он мне ответит, правильно ли я его поняла. Ну, хорошо, как хотите. Так, NVP-135. Я ответила на ваш вопрос? Значит, одно и то же ребро, да, может быть использовано больше одного раза. Другое дело, что в тот момент, когда пути из истока в сток заканчиваются, значит, мы с вами уже накачали в систему максимум того, что может дойти... Нет, NVP-135, еще раз. Это абсолютно логично. Несмотря на то, что я многих, наверное, уже утомила разговорами о том, что слово «логично» вообще не несет никакой смысловой нагрузки. Очень уж разная бывает логика. Вот, но, тем не менее, это совершенно логично. Это просто, ну, представьте себе, что вы ехали по дороге, такой обычный автомобиль, да, заехали в тупик, выехали оттуда, а дальше поехали куда-нибудь еще. Вполне себе возможная ситуация. Эти обратные ребра, грубо говоря, как раз и означают, что если вы уперлись в тупик, то вы можете вернуться назад. Почему нет? Так что это как раз абсолютно прозрачная вещь. Вы же понимаете, кстати, отличная параллель. Когда мы с вами идем по поиску в глубину, мы с вами выбираем какую-то цепочку. Эта цепочка совершенно не обязательно самая длинная. Но в тот момент, когда цепочка закончилась, мы поднимаемся на шаг назад и смотрим, а нельзя ли отсюда достроить новую цепочку, длиннее. Вот это то же самое. Да? Мы строили какой-то путь, вот он, закончился, а вдруг можно еще? Давайте отшагнем назад и посмотрим, нельзя ли пойти дальше. БЕ, сейчас я посмотрю, значит, БЕ было тройкой после первой итерации, на второй итерации оно не изменилось, и на третьей БЕ снова стало иметь вес 6, да? Ничего страшного, NVP-135, здесь видите, да, довольно неудобная запись с точки зрения человека чтения. Ну, я боюсь, да, что ничего более удобного предложить нельзя. Понятно, что если бы мы с вами сидели за компьютером, то вместо рисования картинок можно было бы запустить соответствующее вычисление хоть на матрицах смежности, хоть на списках инцидентности, на чем бы нам сбрендило в голову. Но, как показывает практика, описывать вот такую вещь на матрицах,
ну не то чтобы совсем нельзя, но тогда вообще непонятно, что происходит. Да, здесь за счет вот этой картинки, на которую мы с вами смотрим своими аналоговыми глазами, нам все-таки довольно многие вещи более понятны, чем если бы это были чистые цифры. Ну, по крайней мере, мой опыт говорит именно это. Хотя, если вам любопытно, вы можете попробовать самостоятельно порисовать то же самое вычисление, ну вот на списках инцидентности или на матрицах там инцидентности, смежности, неважно. Но в целом, на мой вкус, это гораздо менее удобно, потому что символов много, а альтернативного канала, по которому идет понимание, нет совсем. Вот, могу вам в этом месте рассказать историю из личной практики. Дело в том, что, условно говоря, в старшей школе и вот на ранних стадиях обучения на матмехе я как раз считала, что картинки – это вот, значит, такая ерунда, всяких формул и вычислений почти всегда достаточно. Ну, чем дольше я занималась особенно серьезной алгеброй, тем быстрее становилось понятно, что описание в чисто формальных терминах удобно только если вы очень хорошо понимаете, что происходит. Пока вот этого понимания не пришло, нужно обеспечивать себе какие-то вот дополнительные способы что-то понять. И довольно часто это именно, давайте я скажу, модели. Да? Это не совсем точно, потому что здесь это схема модели, но тем не менее идея та же самая. Да? Для того, чтобы было понятно, причем понятно не дифференциально, то есть типа каждое равенство, а вот интегрально, чтобы была понятна идея того, что происходит, необходимо что-то вот, что-то, с чем вы обращаетесь легко. Ну и в этом смысле картинка, конечно, очень сильно помогает. Вот такая, да, такое лирическое отступление. Хорошо. Так, ну что, коллеги, есть ли еще вопросы по алгоритму Форда-Фолкерсона и по разобранному примеру? Еще какие-то вопросы по описанию алгоритма и примеру, который мы с вами разобрали. Отвечаете не совсем на мой вопрос. Дело в том, что ваш ответ может звучать так. Ваш ответ можно понимать так. Вопросы есть, но сформулировать их я пока не могу. Мне, соответственно, хотелось бы хотя бы понимать, да, вы все поняли или не поняли, но пока смиряетесь, потому что очень много мукор. Ага, ТРРВДР, спасибо. Ну хорошо, хорошо. Давайте тогда попробуем двинуться дальше. Значит, пока я стираю с доски, значит, в предыдущую субботу у нас с вами консультация, там мне пришлось ее отменить, в эту субботу консультация будет, ну и, соответственно, туда тоже можно будет прийти там с вопросами, с решением каких-то задач, упражнений, даже, может быть, с какими-то вопросами по ИДЗ тоже, почему бы и нет. Вот, сейчас, видите, уже пошли такие более масштабные штуки. И они, конечно, требуют внимания. Так. Клика. Задача о максимальной пике. Значит, ну вот здесь я опять на
Сама по себе клика – это очень простая штука. Пусть у нас есть граф. Тогда G с волной, где V1 под множество V, E1 под множество E. Причем, естественно, E из E1 – это V, дубль V. И V, дубль V из V1. G с волной под граф в G называется кликой, если это полный подграф. На всякий случай, да, полный подграф. Это у нас что такое? Какой подграф называется полным? Какой подграф называется полным? Если вдруг не помните, тоже напишите, я, конечно же, напомню. Да, Макс с Аксиньяком, можно сказать и так. Граф с максимально возможным количеством ребер. Иными словами, подграф, в котором любые две вершины смежны между собой. Вот такие подграфы называются кликой. Соответственно, максимальная клика для вершины V – это максимальная по количеству вершин G с волной V1, E1 такое, что V принадлежит V1. Значит, понятно, что максимальная клика для конкретной вершины — это максимальная по количеству вершин клика, в которую входит V. Давайте посмотрим на пример. Ну вот я сейчас нарисую какой-нибудь в меру страшный граф. Вот давайте посмотрим на вершину А. Во-первых, она сама по себе тоже клика. Понятно, что граф на одной вершине, он всегда полный. Кроме этого, вершина А входит в клики G2 на двух вершинах, G3. Да, понятно, что полный граф на одной вершине – это просто вершина. Полный граф на двух вершинах – это две вершины, соединенные ребром. И еще есть клика на трех вершинах. Вершина А ни в какие клики не входят. Ну, просто потому, что на том примере, который здесь нарисован, нет полного подграфа на четырех вершинах вообще. Соответственно, для вершины А вот это максимальная клика. Для вершины А вот этот вот граф ABC, граф К3, полный граф на трех вершинах, это максимальная клика. Коллеги, понятно ли определение клики и максимальной клики для каждой вершины?
ТРВДР, спасибо. Так, скажите мне, пожалуйста, коллеги, вот есть конкретный граф. Ну, я сейчас имею в виду не этот, а просто некоторый конкретный граф. Как вы думаете, максимальная клика для конкретной вершины, она единственная или нет? Как вы думаете, единственная ли клика, максимальная клика, прошу прощения, для конкретной вершины? Макс считает, что не единственная. Ответ верный. Пример привести можете? Можете ли вы привести пример какого-нибудь графа, в котором какой-нибудь вершине соответствуют две максимальные клики? Так, граф с четырьмя вершинами, три из которых висячие, говорит Макс. Так, Макс, давайте я сейчас нарисую. Вы мне скажете, правильно ли я вас поняла, а потом мы будем понимать, что же происходит. Так, Макс, я правильно поняла, что вы имеете в виду вот такой граф. А, так, ну и у какой вершины у нас две максимальные клики на этой картинке? Да, совершенно верно. У вершины А здесь, на самом деле, вопрос был нехороший. Потому что я спросила, у какой вершины две максимальные клики, а у вершины А, как вы понимаете, здесь не две максимальных клики, а три. Совершенно верно. Вот у нас с вами вершина А входит в клику АС на двух вершинах, она же входит в клику АД, ну и она же входит в клику АВ. Нет, Макс, на самом деле, как вы понимаете, это было, как вам сказать, это было... Была некоторая провокация. Поскольку изначально звучал вопрос, единственная ли клика, то в качестве примера, подтверждающего, что нет, не единственная, ваш пример прекрасно подходит. Да? Я задала вопрос про дверь именно потому, что ваш пример просто не максимальный. Понятное дело, что если бы мы нарисовали вот такую картинку, мы получили бы ту же самую историю, но только с меньшими масштабами. Справедливости ради не могу не отметить, что конкретно здесь, за счет того, что вы привели не самый простой пример, вы ничего не потеряли. Но это вещь, которую я часто призываю вот своих учеников, да и коллег тоже, на которые нужно обращать внимание. Потому что часто, пытаясь построить пример, мы уплываем в какие-то сложные конструкции и в итоге проскакиваем очевидное. Ну вот, привычка начинать с маленьких примеров. Это хорошая привычка, и я всячески призываю ее вырабатывать тех, кто собирается заниматься чем-то таким вот содержательным всерьез. Вот. Но тем не менее, да, вы совершенно правы. Отличный пример, прекрасно показывающий, что максимальная клика не единственная. Ну вот сейчас мы с вами обсудим алгоритм. Он называется алгоритм Брона-Кербоша. И это алгоритм, позволяющий найти все максимальные клики в графе. Так, я думаю, что я уже могу стирать с доски то, что сейчас там есть. Там, собственно, кроме примеров, уже ничего не осталось. Определение я уже стерла. Алгоритм Брона
очень, я имею в виду в данном случае не реализация в смысле программирования, а реализация в смысле записи на доске, сталкивается с проблемой, очень похожей на ту, которую мы с вами наблюдали вот только что, рисуя, значит, картинку для алгоритма Форда-Фокинсона. Там приходится делать много записей. Соответственно, я, опять-таки, очень постараюсь организовать эти записи так, чтобы они были максимально понятны. Ну и традиционно призываю вас внимательно следить за тем, что я пишу, с тем, чтобы если на голову обрушатся вопросы, вы имели возможность их задать. Я вам постараюсь почаще глядеть в чат, чтобы отслеживать все вопросы. Итак, значит, алгоритм Брона-Кирбоша работает следующим образом. У нас с вами, значит, есть три множества на каждом шаге. Значит, давайте так. Значит, три множества. Множество, которое я обозначу плюсиком, это элементы клики. Элементы строящиеся клики. Множество, которое я обозначу вопросик, это потенциальные элементы строящиеся клики. И, наконец, множество, которое я обзову минусиком, это исключенные из рассмотрения элементы. На момент начала работы алгоритма. Все очень просто. В строящиеся клики нет ни одного элемента. В потенциальных элементах клики находятся все вершины, а исключенных элементов тоже нет. Вот это начальное состояние перед запуском алгоритма Брона-Кирбоша. А дальше начинается следующее. Значит, здесь я сделаю небольшую паузу. Понятно, что переборное решение у этой задачи есть всегда. Да? Перебрать, значит, все подграфы, выбрать из них полные, вот нам полный список максимальных, максимальные полные, вот нам полный список максимальных клик. Мы хорошо знаем, как работает перебор. Мы хорошо знаем, что в плохом случае, в самом плохом, сложность у него факториальная. И это то, чего нам вот совсем не хочется. Соответственно, алгоритм Брона-Кирбоша – это перебор с возвратом. Перебор, который позволяет неплохо отсекать некоторое ненулевое количество вариантов, вместо того, чтобы их разбирать. Это, если кто-то знаком, это вариант на тему метода ветвей и границ. И вычислительная сложность у алгоритма Брона-Кирбоша – что-то типа вот такое. Честно говоря, совсем точно я не помню, но примерно так. Это, конечно, тоже плохо, все равно показательная сложность, но все-таки не факториально. Соответственно, сам по себе алгоритм выглядит достаточно просто. Значит, мы с вами перемещаем из множества вопросик в множество плюсик вершину. Перемещаем в плюсик из вопросика вершину В. Оставляем в вопросике и минусике только вершины, смежные с В. То есть обратите внимание, у нас с вами на каждом шаге вопросик и минусик меняются. А дальше одно из двух. Если и вопросик,
и минусик стали пустыми, это означает, что построена максимальная реплика. Если нет, мы перекладываем из вопросика в плюсик следующую вершину. И снова запустим процедуру. Ну, очень остро пахнет рекурсия, и, собственно, это она и есть. До каких пор, значит, после того, как вся эта конструкция произошла, мы с вами перекладываем вершину, для которой работали, в множество исключенных вершин. До каких пор будет работать вся эта конструкция? Работает она до тех пор, пока множество вопросик не опустело или в минусике не появилась вершина, смежная со всеми вершинами из вопросика. Итак, вот эта вот процедура, она работает до тех пор, пока у нас с вами множество вопросов, вопросик, множество потенциальных элементов не опустело и не появилась вершина в минусике, смежная со всеми вершинами из вопросика. Ну, надо честно признать, что те, кто уже имел дело с методом ветвей и границ, то есть в каком-нибудь виде, те, в общем, прекрасно помнят, что она довольно плохо укладывается в голове. Не потому, что она сложная, а потому что, видите, она большая, да? Она разветвленная, разлапистая, неуклюжая такая, растопыренная во все стороны. А с другой стороны, благодаря этой растопыристости мы имеем возможность перебирать не все случаи. Ну, а все, что сокращает нам перебор, все на самом деле хорошо. Ну, надо сказать, что те, кто только начинает, например, изучать программирование, очень часто считают, что хороший код – это тот, который короткий. Это, конечно, правда. Но если есть выбор между написать короткий код, который работает долго, и длинный код, который работает быстро, конечно, быстродействие важнее. Вот это тот самый случай. Да? Вместо двух слов «полный перебор» мы пишем длинную инструкцию, но зато будем отсекать варианты. Значит, сейчас микроскопическая пауза. Есть ли вопросы по описанию алгоритма? Если нет, то мы сейчас с вами рассмотрим пример. Я, может быть, даже задержусь немножко на свой семинар, потому что здесь, если пример не привести, это будет совсем тяжело. ДРВДР, спасибо. Спасибо большое. Так, ну, сейчас мне придется, как всегда, стереть с доски, для того, чтобы было где рисовать, а рисовать мне придется много. Я тяжело вздыхаю, предвкушая, сколько мне предстоит рисовать.
давайте нарисуем, собственно, можно тот же самый граф, например, который я рисовала, когда мы определяли клику. А, Б, С, Е, Д. Итак, на момент начала работы. Плюс, вопрос, минус. В плюсе пусто, в вопросе А, Б, С, Д, Е, в минусе пусто. Начальное состояние. Начинаем с А. Помните, коллеги, да, я говорила, что у нас множество вопрос и минус каждый раз будут переопределяться. Я сейчас буду рисовать, буду записывать. Ничего более понятного в этом месте с точки зрения записи я придумать не смогла, в том смысле, что все остальные способы записи, которые мне известны, понятны хуже. Итак, первый шаг. Вот я взяла вершину А и переложила ее. Плюс, вопрос, минус. В плюсе у меня теперь лежит вершина А. В вопросе должны остаться только вершины, смежные с А. Какие вопросы у меня... О, Господи. Какие вершины у меня смежны с А? Какие вершины у меня смежны с А? Да, Макс, совершенно верно. Б, С и Е. Ну, в минусе у нас вершин не было, они не появились. Значит, соответственно, условие максимальной клики не выполняется. Значит, перекладываем следующую вершину. Плюс, вопрос, минус. Теперь в плюсе лежит А и Б. В вопросе должны остаться только вершины, смежные с Б. Какие это вершины? Да, почему вы помните, вот эти вот мои стрелочки, они соответствуют рекурсивным вызовам. Так, Макс, вот здесь ошибка, я рада, что вы сделали ее сейчас. Посмотрите, пожалуйста, вершины D уже на этом шаге не было. Поэтому ей неоткуда здесь взяться. Да? Мы выбираем вершины, смежные с B, из тех, которые здесь изначально были. Собственно, понятно, мы же с вами потихонечку хотим построить максимальную клику. Для этого нужно, чтобы в том, что здесь окажется, все вершины были смежны со всеми. На первом шаге мы оставили только смежные с А, а теперь среди них мы выбираем те, которые смежны с Б. Итак, соответственно, тут останется только вершина С. В минусике по-прежнему ничего не будет. Шикарно. Следующий вызов – вершина С. Теперь в плюсике у меня лежит А, Б и С. В вопросике пусто, в минусике пусто. Обратите внимание, вот у нас получилось пустой вопросик и пустой минусик. Это означает, что А, Б, С – максимальная клика. Давайте я в сторонке напишу. Значит, А, Б, С – это максимальная клика. Видно, да, коллеги? Помните, там у меня формулировка такая была, что если мы допрыгались до ситуации, когда пустые и вопросик, и минусик, это значит, что перед нами максимальная клика. Вот дальше, так, да, прошу прощения, я не дождалась ответа. Видно, да? Я чуть не уронила чашку. Значит, НВП. Помните, там в конце описания процедуры было написано, что вот если мы закончили рекурсивные вызовы, то мы переместили вершину, для которой все.
все закончилось, из плюсика в вопросик. Это было вот в самом конце описания алгоритма. Соответственно, пока что ничего такого не было. Пока у нас минусик как был пустым, так и устал, и остался. Но в принципе в минусик идут вершины, исключенные из рассмотрения. Соответственно, вот сейчас, посмотрите, да, вот этот вызов завершен. Вот мы поднялись назад. И теперь вершина С у нас с вами отправляется в минус. Осталась вершина АВ. В плюсике остались вершины А и В. Обратите внимание, это то, о чем мы с вами говорили. Множество кандидатов пусто, а множество исключенных вершин не пусто. Это значит, что АВ тоже клика, только не максимальная. Ну, действительно, да, АВ действительно клика, это полный подграф, и да, она действительно не максимальная. Замечательно. Значит, теперь, опять-таки, мы с вами поднимаемся на шаг выше. Вершина Б отправляется в минусик. Вершина Б отправляется в минусик. И теперь мы снова находимся вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, множество вопросов у нас не пусто. Значит, теперь мы вызываем рекурсию для вершины С. Теперь в плюсике у нас оказываются вершины А и С. В минусике живет вершина Б. А в вопросике должны быть вершины, смежные из А и с С. Ну, С-шку мы переложили, а Е с С не смежно. Соответственно, это означает, что сюда ничего не пойдет. Обратите внимание, коллеги, множество вопросик пустое, множество минус не пустое. Это означает, что АС клика, но не максимальная. Возвращаемся назад. Вершина С перекладывается в минусик, а вопросик по-прежнему не пустой. Следующий вызов. Ну вот, видите, это то самое место, где я жаловалась, что мне будет тяжело рисовать. Значит, ну давайте я его вот сюда пущу. Ладно? Это вызов по Е. Теперь в плюсике живут А и Е. В вопросике сейчас ничего не живет. Коллеги, важный вопрос. А какие вершины будут находиться в минусике? Вспомните, да, как был устроен шаг алгоритма? Когда мы перекладывали очередную вершину в множество плюсик, в вопросике и минусике должны были остаться из тех вершин, которые там были на предыдущем шаге, только те, которые смежны с добавленной. Соответственно, что же будет находиться в множестве минусик? Что же будет находиться во множестве минусик? Мы добавили туда вершину Е. В минусике были вершины B и C. Какая-нибудь из них смежна с Е? Да, да, МВП 135, совершенно верно. Обе эти вершины не смежны с Е, поэтому минусик пустой. Ура! Мы нашли еще одну максимальную клику. Ну, если посмотреть на картинку, то хорошо понятно, что АВС – это максимальная клика с точки зрения вершины А, а АЕ, которую мы только что нашли, это максимальная клика с точки зрения вершины Е. Супер, очень хорошо. Ну, дальше понятно. У нас, значит, идет обратный вызов. Мы перекладываем вершину Е в минусик. Множество кандидатов, множество, обозначенное вопросиком, теперь пусто. Это значит, что мы с вами возвращаемся обратно на самый-самый верх. И перекладываем вершину А вот сюда. Посмотрите, пожалуйста.
Ну, понятно, что сейчас мы пойдем по ветке, которая будет начинаться с вершины Б, но посмотрите, пожалуйста, вот у нас сейчас отработалась первая ветвь, и мы с вами в процессе реализации алгоритма Брона-Кирбоша нашли, во-первых, две максимальные клики, которые содержат вершину А, а кроме этого мы нашли еще не максимальную клику А, не максимальную клику АВ и не максимальную клику АС. Не максимальные клики мы с вами находили в тот момент, когда вопросик был пустой, а минусик нет. Дорогие коллеги, прежде чем пойти по следующей ветви, все ли понятно вот здесь? Доработать этот пример. Как видите, записей здесь много. Ну, а куда денешься? Перебор. Угу, Никита, Дарья, спасибо большое. Ну, тогда давайте так. Я на самом деле даже не знаю, коллеги. Скажите, может быть, тогда я могу не заканчивать этот пример, если с ним и так все ясно, или все-таки лучше закончить? Да, Макс, Яку, результат работы алгоритма Брона-Кирбоша – это полный список максимальных клик для того графа, на который вы этот алгоритм напустили. Угу, ФВ Добро, спасибо. Ну так что, будем этот пример разбирать до конца или не обязательно? Можно не заканчивать. Спасибо, Никита. Тогда давайте сделаем следующее. Дело в том, что если вы посмотрите на этот пример, вы увидите, что у нас с вами из двух, из двух вариантов, при которых заканчивает работу алгоритм, отработал только один. Да? А второй, там, где в минусике появлялась вершина, связанная со всеми вершинами из вопросика, вот этот вариант не сработал. И я хочу вам показать пример, на котором он сработает. На самом деле это довольно просто. Давайте мы с вами возьмем сейчас в качестве примера полный граф на трех вершинах. АВС. И запустим алгоритм на нем. На момент начала ситуация такая, вершина вопрос и плюс и минус, прошу прощения, пусты, а в вершине вопрос живут все вершины графа. Ну, вызываем А. В плюсике живет А, в вопросике Б и С, в минусе ничего. Вызываем Б. В плюсике теперь живут А и Б, в вопросике С, в минусе пусто. Вызываем С. В плюсике живут все вершины, в вопросике пусто, в минусике пусто. Соответственно, это означает, что мы нашли максимальную клику. Опять-таки, мы с вами можем просто посмотреть глазами и сказать, ха, это же полный граф. Соответственно, в нем всего одна максимальная клика, в которой все вершины. Алгоритм так не умеет. Но вот сейчас будет хорошо. Потому что мы с вами в точности реализуем работу алгоритма. Поднимаемся, значит, наверх. Перекладываем С-шку в множество минус. Окей, увидели, что АВ в плюсике, в вопросике ничего нет. Это означает, что перед нами клика, но не максимальная. Поднимаемся снова наверх. Соответственно, вершина B отправляется сюда. А теперь посмотрите, да? У нас с вами в минусике вершина, смежная со всеми вершинами из вопроса. Поэтому здесь можно дальше цепочку не выстраивать. Вы помните, да? В общем случае я должна была бы здесь пойти по C.
могу этого не делать. Вот здесь отрабатывает второй вариант остановок. Соответственно, вот для этой ветки работа завершается, мы идем назад, перекладываем вершину А сюда. Та же самая история, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Мы с вами можем не рассматривать разбор, потому что в минусике живет вершина, смежная со всеми кандидатами, со всеми вершинами из вопроса. Это означает, что здесь работа алгоритма завершается. То есть это условие нужно для того, чтобы словить полный граф, разобрав не три вершины, ну или там не n вершин, а только одну. Посмотрите, вот насколько эффективно здесь отрабатывает отсечение ветвей. Ну и насколько мне известно, на данный момент, вот для решения подобных задач, алгоритм Брона-Кирбоша один из самых эффективных. Ну, вот такая история. А есть ли какие-нибудь вопросы? Макс Икс Яку, спасибо. Значит, тогда давайте я вам сейчас нарисую какой-нибудь графчик поупражняться в Форде Фолкерсоне. Значит, ну и что касается поиска клик, можете взять тот же самый граф, только отбросить ему ориентацию. Но чтобы было чуть повеселее, давайте я тогда еще одно ребро добавлю. Вот, и поискать на нем клики. Значит, опять-таки, коллеги, вы же понимаете, что вам совершенно не обязательно полностью обработать этот граф. По-настоящему нам надо, чтобы вы поняли, что же здесь происходит. Хорошо, хорошо, дорогие мои. Значит, я рада, вы сегодня молодцы, особенно те 5 человек, которых я постоянно видела в чате. Соответственно, в следующий раз мы с вами будем рассуждать о хроматических многочленах. Ну и традиционно для завершения работы я покажу вам картинку. Я думаю, что вы догадываетесь, кто будет автором этой картинки. Вот моя любимая Татьяна Задорожняя. Вот. Ну и раз уж мы с вами сегодня обсуждали такие разветвленные, сложно укладывающиеся алгоритмы, то картинка будет такая. На этом все. Еще раз всем огромное спасибо. Я еще какое-то время побуду в чате, отвечая на вопросы, если они будут. Всего доброго.